Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Как ты видишь, я на 20-м ранге в золотой лиге. Так, будем играть с тобой. Нет, я возьму, наверное, обратно все-таки разгрома. Ребят, я вчера очень долго играл, пытался разными персонажами найти определенные виды колод, которые могут рулить. Так ничего и не нашел. Как получал звездюлей, так и получаю. За разгрома, кстати, я тоже получаю, но мне просто им, как бы тебе сказать, подручнее играть. Давай посмотрим, сможем ли мы сегодня с тобой добраться хотя бы до 21 ранга. Кстати, мне дали одинаковый ранг, то есть противник со мной на одной волне. Так, ну что, в принципе, я даже не знаю, давай, наверное, вот так попробуем. Во, идеально. Идеально, так, соперник вытягивает стартовые карты заново. Все, вытянул, да? Так, пропускаем с тобой ход. И... Блин, только не говори, что ты на горохах решил тут разыграться, а? Скорее всего, друзья мои, именно на горохах. Сейчас будет прокачиваться. Интересно, он догадается, что у меня здесь сумоист? Мне кажется, догадался. А, нет, не догадался. Тогда не повезло тебе, парень. Тогда тебе не повезло. Так. Предположим. Ну что, дальше будем, наверное, вызывать зомби-спортсмена. Ох, даже как, да? Ну-ка, давай его сюда, наверное, поставим. Заодно и проверим, что у тебя есть зубостезила в кармане. Видишь, что он делает? Уничтожает зомби с самым маленьким здоровьем. Опа. Вот даже как, а? Жук что делает? Ну, ладушки, ладушки. Так, мы с тобой призываем сюда йети. И вытягиваем карту. Вот, это, кстати, хороший зомби, ребята. Он у нас с кровожадностью. Да блин. Ну ладно, получаем с тобой два в лицо. Неизбежно, да, так скажем. Ну что, давай тогда я сделаю вот так вот. Посмотрим, что он на это ответит. Неужели опять у него есть молот? Колокольчик. Только он немножко неправильно сделал, по-моему. Хотя нет, все он сделал правильно. Ой-ой-ой-ой-ой. Поехали. Это чтобы он нас сразу не уничтожил, а мы с тобой хотя бы немножечко могли прокачаться. Трындец. Прокачался, ага. Слушай, он почему-то не стал ничего делать. Так, давай вот этого прокачивай мне, пожалуйста. Ага. Так, ну что, дальше. Дальше нам, наверное, надо с тобой сделать вот так и вот так. Угу. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Окей. Так, два в лицо. Давай-ка вот сюда поставим, наверное, с тобой, да? Шикарненько. Так, давай дальше подумаем. Вот этого зомби мы с тобой поставим сюда. Ха-ха-ха. Ну, давай вот так вот сделаем. Это, конечно, немножко глупо. Но кто его знает? Что у него там? У него 4 карты. Понял. Поехали. Два банана хочет кидануть. Сюда, да, один. И сюда. Окей. Уничтожили. Так, к нам летит зомби. 5-5. Отлично. Ага, щупальца. Слушай, давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. Если что,
Оу, вытягивает карту. Вытягивает карту и, соответственно, сколько там выпало ему? 5-5. Отлично, ребята. А вот это немножко похуже будет. Короче, этого мы с тобой уничтожаем. Этого, соответственно, тоже прибьем сейчас. Окей. Так, что дальше? Так, секунду. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. Сделаю вот так вот. Ты запалил меня со своим клевером, а? Опять 5-5. Так, секунду, ребята. Вот так вот это будет выглядеть. Так, 5 и 7. 2 хп у него всего остается. 2 хп. Ну, давай я сюда поставлю. Что там у тебя в закромах? Перемещает зомби, да? Предположим. Уничтожает все растения зомби на земле. Ладно. Все, да, на этом. Так, ну что, ребята? Ну, я, наверное, лучше вот так вот сделаю. Фиг с ним, 5 в лицо мы с тобой получим. Это не настолько страшно, да? У него защита срабатывает. А, защита не сработала, друзья мои. Ну что же, отлично. Первая победушка за нами здесь. Ну что же, а мы с тобой пытаемся еще набить сколько? Еще 4 победы подряд нужно. Сложно это все сделать, но мы попытаемся с тобой. Да, очень тяжело, ребята, перейти после, как говорится, 20-го ранга. Дальше продвижение идет очень медленное и нудное. То есть сейчас мы с тобой получаем всего по одной звезде. Если мы проигрываем, нас эту звезду отнимают. Мне, как всегда, дают, ё-моё, 33-й ранг. Кто бы в этом сомневался. Ай, отбивайся теперь, да. Еще и дали, ко всему прочему, этого нахального ореха. Ну, мне некуда деваться. X-Command. Назывался это тоже X-Command. Ладно, посмотрим, кого он будет вызывать. Никого. Уже странно, да? А мне тоже никого поставить, ребят. Я могу только... Ну, что он делает, а? Так, ну теперь-то я могу, конечно же, призвать, например, нашего спортсмена. Упс. В принципе, неплохо, но хотелось бы что-нибудь другое. Сейчас, мне кажется, пойдут орехи в бой. Ну, конечно же. Слушай, а я же его не смогу раздавить, да? Шаром. И поставил почему-то именно сюда его. По-моему, заклинахи на них не работают. Но я могу вот так вот сделать. Вот так вот я могу. То есть орех он своего лишился. Если он даже кого-то там хотел поставить сзади него, то, как ты видишь, уже не вариант. Дальше будет сколько? 5 энергии, да? Я могу позвать Йети, могу поставить спортсмена. Орех, ты что задумался там? Могу поставить, кстати, спортсмена. Так, ты, парень, специально завис? Или ты выжидаешь, или ты думаешь там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На одну больше. Так, тихо ждем, ребята, видишь? Он почему-то решил пропустить ход. Для меня это, честно говоря, немножко странновато. Зачем он так сделал? Так, Йети, давай мне карту. Опа, неплохая, кстати. Очень даже неплохая карта.
Ух, слушай-ка. Дублирует. Давай вот этого. Продублируй-ка, пожалуйста. 4-3, да? Слушай, ну тут сейчас он может, конечно, поставить себе неуязвимость. Причем в легкую. А так, если он сейчас ничего не сделает, он получит 7. Ё-моё, тут 11. 13 урона. При том, что у него у самого 14 хп. Ну, 13 урона он не получит, у него сработает еще, не забывай, щит. Все-таки, как ни крути. Орешек. Ау. Пора просыпаться. Вот это, конечно, хорошая карта. Когда этот зомби наносит урон растению герою, он перемещается вправо. То есть, если мы его ставим здесь, он будет вот так вот перемещаться в ту сторону, да, ближе к воде. Орех, ты запарил. Чё за... Как ты на 33-м ранге так играешь? Я не понимаю. Он пропускает ходы тут. Чё-то, ребят, не то творится здесь. Ну... Вот у тебя карта. Что ты там опять думаешь? Вот объясни мне. Ну смотри, выставляет орех. Наконец-то, ребята, заработал паренек. Итого у него 4 хп остается. Всего 4 хп. Что я могу здесь сделать? Если честно, дофига чего. Ну, давай вот так еще сделаем с тобой. На всякий случай. Что он сейчас? Может уничтожить всех зомби на земле? Или что? Что он хочет сделать? Этого надо ему уничтожать сразу же. Иначе, ребята, прочерком просто 4 в лицо. Отхил идет у него. Он делает, ребята, отхил. Вот так вот. Ну что же. Так. Ага. Защита. 100% это уже у него неуязвимость. И барышня моя еще 4 в лицо ему нанесет. Остается у него 2 хп всего, да? А вот. Вот, ребятушки. Восстанавливает все-таки себе здоровье. Так, замечательно. Мне, естественно, сейчас делать абсолютно нечего. Я пропускаю смело ход. Но он может выпускать вот эти вот растения, которые будут ему хилять. Да? По 2 хп. То есть, я так понял, этот орех должен быть на хилках. Судя по всему. Колода у него на хилках. Есть такая, ребята, я встречал за свои бои эту колоду. И я тебе скажу, что да. Там... Перец сладкий должен быть. Потом, по-моему, корнишон. И вот они там начинают наяривать. Так, смотри, прикрывается все-таки, а? Видишь? Отхиливается. Ну да, это та самая колода на отхилах, ребят. Так, ну что мы сделаем ему? 4 в лицо, 6 в лицо и 10. То есть ушатаем. Ага, он прикрывается. Понял. Но он, наверное, не подумал, что у меня вот такой вот есть шарик. Это раз. Ну, а во-вторых, вот так вот. Поехали. И добиваем. Все, ребята. Слушай, ну, видишь, ему, видимо, не везло с картами. Поверь мне, если бы у него выпало бы все как надо, он бы тут отхиливался бы, эти орехи отхиливал бы. У него все изначально не пошло, когда я уничтожил ему орех. Он, наверное, просто не ожидал этого. Ну, это моя, как бы, гипотеза. Я не знаю, как на самом деле там что было. Может быть, у него лагал интернет. Он не мог там сделать ход. Все может быть. Потому что в конце ты видел, да? Он активировался довольно неплохо. Оу. Кто там? Ауротрон? Типа того, что-то нам. Ауронтон. Вот, Ауронтон. Нам достается, ребята. Ну, вот это. И вот это я меняю. Так, пускай хотя бы будет у нас с тобой второй ход. Второй, третий, четвертый есть.
первый тоже есть через челюсти. Но... Так, мне кажется, он сейчас будет... Я пока пропускать буду. Солнечный удар 100% у него есть. Так, челюсти, челюсти, ребята, здесь. Никакого подсолнуха мы ему не дадим. Пускай даже не надеется на это. Ага. А если я вот так вот сделаю? Что он может сделать? Он может сделать солнечный удар. Он может сделать... Оу. Оу. Ну да. Терновый куст. Вот так вот, да, значит? Зря, парень. Зря, зря ты затеял такую игру. Начнем тогда вот так вот. Играть будем по-крупному. Опачки. Слушай, неплохая карта. Этот Йети дает всем зомби 2 плюс 2. Слушай, да пошел ты, а? Знаешь куда? Слушай, он потратил фруктовый микс. Оу, зачем это все сделал? Вот. Все, я понял, друзья мои. Я понял, что он хочет сделать. Твою же налево. Нет, 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 не может этого быть. Неужели действительно он это сделает, а? А он сделает. Предположим. Он сейчас хочет сделать из них легендарные карты. Легендарные растения. Пс. Надо было сюда ставить, блин. Так, ну что, уничтожаем с тобой, да? Этот грибок. И вот так вот. Поехали. Так, а у него с картишками-то, я смотрю, вообще беда бедовая. Беда бедовая, друзья мои. А мы с вами сделаем следующее. Я поставлю вот так вот. Можно было бы, конечно, эволюцию сделать, но... О! Ну ты, парень, крут. Тут, конечно, я ничего не могу сказать. Ладно. Раз пошла такая пляска, давай сделаем вот так вот. Нет, парень, нет. Тут ты ошибся. Тут ты ошибся, родной. Так. Ну и остается лишь небольшой такой штрих сделать. Например, вот так. И вот так. У него всего две карты. Солнечный удар он еще не тратил, но вряд ли он у него есть. Ты понял, что у него есть? Виноградик. Ну что, терять нечего. Можно было бы, конечно, еще и это применить. Сейчас он мне еще и бамс. Так, нам срочно с тобой нужен медик. Выставляем его сюда. И будем отхиливаться потихонечку. А, он сдался. Он, друзья мои, сдался. Ну что же, я тогда нас поздравляю. Мы переходим с вами в 21 ранг. Очень хорошо сыграли. 25 гемов еще в плюсе. Ну давай еще разочек, наверное, сыграем. Пытался тут за мозг атаку поиграть. Ух ты, одинаковые. Пытался за мозг атаку, ребята, сыграть. К сожалению, что-то не получается у меня. Вот нету тех карт, которые хотелось бы получить, понимаешь? Угу. Как бы тут практически у нас вся ранняя игра, да, с тобой? Вся ранняя игра, то есть мы можем с тобой и этого зомби вызвать, и вот этого. Начнем, наверное, с охотника. Начнем с охотника, потом поставим шамана. Будем ставить шамана? Будем. Поставим с тобой шамана. А я так и думал. Я так и думал, что он все-таки сделает тебе плюс. Одну единичку дополнительной энергии он получает. Посмотри. То есть, получается, он меня уже переплевывает по всем параметрам.
Вот жучера. Дал ему фору. Надо было ставить вот этого первым. Ну, что сделал, то сделал. Так, этого он подбить не сможет. Но он сможет его уничтожить, потому что у него 4 энергии. Я могу, конечно, усилить своего зомби 2 плюс 2. Это будет 4-5. Странно. Очень, ребята, странно. Хорошо, действуем тогда далее. Мне достался зомбобот. Это, ребята, 9-й ход. Сами прекрасно понимаете все. Оу. Твою ж налево. Вот это плохо, друзья. Вот это вот плохо. Меня даже это не спасет, да? Так, это 3. Нет, это спасет. Это, ребят, вот только это и спасет. Так, ладно. Там еще отхиливается, да? Давай-ка мы его, наверное, шваркнем. Окей. Блин, вот этого хотел создать. Так он, ребята, 1000 стоит. По энергии, нифига. А что он делает, ты не помнишь? При уничтожении поблизости появляется рассада. Рассада — это плохо. Ага, вот она, да? Рассадочка. Ну, с рассадой мы можем с тобой... Стоп. Так, это терпимо, ребят. Это все терпимо. Значит так, 2. А мне никак не сделать, да? Но этого я уничтожить могу сразу же, предположим. С этим вот хуже идут дела. Твою же маковку. Смотри, что творит, а? И еще? Это что за фокусник тут у нас? На одних рассадах решил выиграть, а? На одних рассадах. Так, минус два, да? Я вот даже не знаю. Ну давай я вот сюда, наверное, так сделаю. Блин, я уничтожу, ребята, это растение. Я фиг знает, кто там может вылупиться. На всякий случай. Как говорится, просто решил себя обезопасить. Так, зомбобот нам еще недоступен, нет? Блин, у него 8 энергии, а у нас с тобой всего лишь ничего. Так, 2 и 5. 2 и 5. Значит так, вызываем сюда сумоиста. А сюда поставим вот так. Как думаешь, глупо? Блин. Издевается, гаденыш, да? Так, ну что, мы с тобой можем вот этого, наверное. Или как нам лучше сделать-то, а? Давай вот так, наверное, все-таки сделаем. Все, понеслась. 9 хп, так, секунду. Вот этого отсюда убираем. Хлыща. Так, у него 7 хп. Слушай-ка, а ну-ка. Если я поставлю охотника сюда, что он будет делать? Уничтожать его, верно? Для этого ему... А, вот так вот. Он все-таки заменил, да? Уничтожает зомби. Ну, поехали. Что он там получил, я не знаю, ребята. Надо вот с этой вот фигней разбираться. Так, ну чё,
Смотрим, что нам здесь выпадет. Я пока не буду, ребята, зомбобута тратить. Сделаем вот так вот и вот так. Опа. А что он там делает? О, даже как. Пускай тратит. У меня, ребят, зомбобот есть, поэтому я как бы особо сейчас сильно не переживаю. Поэтому, блин. 2-5, да? Мы еще выживем с тобой. Мы еще с тобой выживем, получается. Так, еще звонят, как всегда, не вовремя. Так, ребят, секундочку. Так, ну что, друзья мои. Давай, наверное, сделаем вот так. А потом посмотрим, что будет он делать. Пропускаем ход. О, все, ребят, проиграли. Не знал, что у нее есть фруктовый микс. Да, блин, еще отвлекли. Блин, как бы. Вся игра на смарку. Ну что, друзья мои, давайте-ка еще, наверное, партиечку другую сыграем и будем закругляться на этом. Так, 24-й ранг у чувачка. И, я так понимаю, это опять кореец, вьетнамец, чужеземец. Так, ну что, наверное, вот так оставим. В принципе, неплохо. Твою ж налево, блин, этот кактус. Ну почему кактус, а, друзья мои? Ладно, поставим сюда воронку. Пускай будет стоять. Так, ну с этим можно как-то, я не знаю, разобраться по-другому немножко. Если мы сделаем вот так вот. Пускай ставит мину, чтобы она взорвалась от его иголок. Хотя, мне кажется, он никого сейчас не будет выставлять здесь. О. Вот даже как. Поехали. Так, 1-1, да? Блин, да мне опять никого не дали, ребята. Тут можно же синтез сделать, насколько я помню, да? Нанеси не 2 единицы урона. Но он уже не сделает его. Ах ты, сделал все-таки. Ну, жучара, а? Клубничные ассорти. На тебе. Думает, я буду смотреть и любоваться на него. Ага. Держи карман шире. Так, друзья мои, поехали. Теперь вызываем, короче, йети. Вот сюда я его поставлю. Давай-ка вытянем с тобой картишечку какую-нибудь хорошую. Так, а он сейчас наверняка сюда мину влепит. Нет, парень, ты должен сюда лететь. Давай-давай-давай. В вороночку, пожалуйста, в вороночку. О, хорошо. Так, этот карту опять, да, ему дает. Ну, жучара, а? Ты посмотри. Может, хорош уже? Со своими ягодами здесь. Так, ладно. По единичке в лицо получим. Опа. А у него прокачечка, оказывается, идет. Воу-воу-воу-воу. Стопы роднули. Так дело не пойдет. Три. Так, ну если я, например, сделаю... Ну, вот так вот. К примеру. Клубничка. Окей. Так, ну мы с тобой этого уничтожим, да? Получается. Все, парень, поздно. Махать клешнями. Так, что дальше сделать? Что же нам с тобой дальше сделать? Можем поставить мумию. Но он может ее разбить. Ведь может? Может.
Поэтому я сделаю вот так вот. Фарон, он, кстати, тоже может уничтожить меня. Да ты достал, а? О, даже как, да? Все? Нет, не все, ребята. Нифига тут он расписал. Это что, получается, что не крышка, что ли? Нет, еще пока не крышка. Так, что с этим-то делать? Ну, этого мы уничтожим с тобой, понятно, можем, в легкую. С этими-то что делать? Гавриками, так. Два, два мне нужно по-любому оставить. Четыре, блин, у меня никак не выходит, да, ни так, ни сяк. Блин, ладно, сделаем с тобой так. Вот этого убейте, пожалуйста. Неужели у него еще одна клубника есть, а? Твою же налево, блин, у него есть клубника, ребята. Слушай, да он запарил уже, а? Ага. А что это мне даст? Да это мне ничего не даст, ребята, вообще ничего. Надо было мне вот эту вот фигню применять. Все-таки и все. Нет, начал тут ерундой заниматься. Земляника, блин, с клубникой. Офигеть, просто меня разворотили здесь. Меня это только злить начинает, ребята. Только злить начинает, поэтому... Давай дальше. Может быть, попробуем перейти в 22 ранг. Долго, конечно, будем с тобой, наверное, здесь пыхтеть. Это все под замену идет. Заменяем. Слишком много вот у нас всяких ландшафтов, мне кажется. Когда они нужны, они никогда не попадаются нам. Когда они не нужны, они все время тянутся в руку сами. Ладно, с этим орехом попробуем разобраться. Так, стена орех вызывает. Ну, а я начну вот так вот. Угу. Призрак. Я пока не буду, ребята, трогать. Хотел выставить, думаю, ну, зачем? Перебьемся пока без него. Потом что мы можем сделать? Мы можем вызвать призрака, можем поставить ландшафт. Смотри-ка, ничего не стал делать. Выжидает. Выжидает, друзья мои, время. Поставим сюда надгробие. Опять задумался, да? Опять что-то там выдумывает. Я потом смогу его убрать, этого зомби, ребята, с помощью вот этой вот карты. И он будет потом еще 3-3 стоить. Ну, орех, ну хорош, ну давай, не тяни время, блин. Мне нужно как можно быстрее тут разобраться с тобой и идти к следующему. Подсолнух? Перемещает его. Ну ладно, предположим, ты его переместил. Подсолнух в любом случае мы с тобой уничтожим. Жалко, конечно, что не в этот ход. Но все-таки. Так, поставим его на воду. Вот так вот. 5 энергии, да, у тебя, парень? Что ты там делаешь? Заменяешь. Ну, ты, парень, тут не прав. Мы это обязательно изменим. Да, друзья мои? На наш ландшафт, который нам нужен. Ну, так, а он нам что дает? Ага, три катаки.
Меняем. А, три к жизни. Понятно. Так, друзья мои, ну что, давай теперь, наверное, вызывать Йети. Неплохая карта. Опа. Галактический подсолнушек здесь, да, оказывается. Что бы нам с тобой тут замутить? Хм, кактуса позвал. Ну, давай, наверное, уберем с тобой привидение. А вот так вот. Окей. Так, что у нас там дальше получается? Можем вызвать призрака, да? А призрак будет наносить 2 единицы урона. Ага, растение получает 1. Ну да, в принципе, ребят. Можем вот так вот. Опа. На шугаря его взять. И опять же позвать Йети. Ох ты, неплохая карта выпала. Так, ты что, на отхилах, что ли, парень, живешь? Да не может быть. Точно, друзья мои, колода на отхилах. Ладушки. Так, это у нас уничтожает 2 и меньше. Таких нету. Так, 2 плюс 2, если растение или зомби подвергся заморозке. Ага, вот так вот и сделал, да? Ну что же, это хорошо, в принципе. Давай-ка мы тебя, парень, уничтожим. Окей, а сюда поставим. Вот так. Что ты на это скажешь, а, родной мой? Захотел похиляться, да, значит? Так, 2 плюс 2, если растение или зомби подвергается заморозке. При появлении заморозка растения. А вот это плохо. Блин, здесь надо кое-что другое, ребята, делать. Угу. В плане, у него с прочерком? Ну что же, будем замораживать его тогда. Будем, друзья мои, замораживать его. Нет! Какого хрена? Какого хрена? Придется тогда понижать, ребята, ему. Минус 2, минус 2, хотя бы 3 в лицо получить. Ну никак не 5. Ну никак не 5. Кактус, да? Окей. Ну это все ерунда. Ну что, ребята, давай здесь мы немножко понизим. Вот таким вот образом. Так, со способностью безумия пускай будет здесь. Поехали. Сдохни, гаденыш. Так, двигаемся дальше. Ну, здесь мы с тобой сделаем вот так вот, наверное, да? И ти-ти-ти-тиц. И вот так. Ага, хиляется. Ну, ради бога. Выхилился, да, полностью. Ну, вот эти вот шитики. Ага, прочерк. Все? Дорадовался парень. Давай вот здесь сразу двое вот этих вот уничтожь. Так, теперь мы сделаем с тобой вот таким вот образом. Понеслась. Опачки. Опа. Опа-на. Ага. Так, что там у тебя? Неуязвимость, верно? Восстанавливаю себе здоровье. Так, тоже здесь хорошо, ребята.
Ну давай попробуем сделать вот так вот. Выставил все, что можно, ребят. Блин. Ты серьезно? Так, у нас с тобой сработает щит на следующий ход. Хилку мы уже тратили с тобой, да? Вот даже как. Поехали. Ага. Убираем это говно отсюда. И остается 3 хп. Так, ну что, ребята, момент истины, либо-либо. Либо мы проигрываем, либо мы выигрываем. Понятно все, тогда выигрываем. Отлично. Не сработала его колодочка, да? Захотел тут отхиляться, но, как видишь, мы с тобой победили. Ну что, давай еще, наверное, одну победочку. Или проигрыш. Сейчас будет видно. Слушай, довольно быстро нашли противника. 22 ранга против нас выступает. Ну, практически как и мы. Но тут ночной колпак, с ним как бы особо не зашуткуешь. Не забалуешь, да? Так, ладушки. Ночной колпак. Любитель играть на грибах. Не стал никого выставлять, очень хитро. Ну давай вот сюда поставим, посмотрим, что он будет делать. Рикошет надгробия. Плюс добор карты. Ради бога. Окей. Ну давай дальше попробуем. Еще будет у тебя рикошет, парень, или нет? А что я могу сделать? Могу применить вот это вот. Ой, смотри-ка. Грибок. И все? А, вот. Ну, ты-то, парень, здесь вряд ли пригодишься. Давай его куда-нибудь, я не знаю, вот сюда, на первое место поставим, да? И уничтожим его. Так, окей. Двигаемся далее. Ну-ка, если я вот так вот сделаю, надгробие. Кого он поставит? Способностью команда. Ты... Ох. Слушай, ну тут вот хорошо, ребята, у нас. Ты серьезно? Фига ты, парень. Тут ты, конечно, круто мочканул здесь. Очень, я тебе скажу, круто. Предположим. Так, на грибах, значит, да, парень этот хочет разжиться. Так, ну что, мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Смотрим дальше, что он будет делать. Наносит 3 единицы урона. Камыш. Ага. Так, это нам пригодится. Ну что ж, ставим сюда. Так, и что, и все? Пока больше ничего не можем сделать. Что он там? Ага, когда растение... Нет, 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 парень. Ну вот нафига ты... Естественно, будет, ребят, вытягивать карты. Так, будет или нет? Наверное, не будет он вытягивать никаких карт оттуда. Поехали. Так, смотрим дальше. У нас есть спортсмен. У нас есть с тобой спортсмен. Ну, серфер, понятно, сюда пойдет.
А этот пойдет вот сюда. Даже как. Так, давай посмотрим. Рикошет случайного зомби. Давай вот этого. Нет, ну почему, блин. Не то ты убрал мне, парень, не то, понимаешь? Курица. Так, давай сделаем так. И вот так. Отличный, отличный, ребята, зомби. Да ты запарился своими грибами-то, а? Все, один все-таки успеет. А, нет, не успеет, ребята, никто здесь воспользоваться. Все полетит в моего зомбика. Так, у него одна карта, но, как видишь, у нас здесь дофига. Ну, во-первых, я поставлю... Ну, давай сделаем так, к примеру. Да ты запарил же, а? Вот это плохо, вот это хуже, ребята. Так, ну, во-первых, я поставлю здесь вот так вот. Ну и вот так вот. 4 в лицо, да, я получу сейчас. Хотя нет, я еще и хильнусь. Живем, друзья мои. Мы с вами живем. Так, поехали. Сюда и сюда. Поляну грибную ставит. Такс. Давай вот так вот сделаем. Блин, этот говнюк может меня уничтожить, ребята. О! То, что нужно. Отлично, спасибо. Будем хиляться с тобой тогда. Так, грибочек призадумался, да, у нас? Поганка эта бледная. О-о-о, что он тут хочет натворить? Две грибные поляны, ребята. Ты представляешь, он меня хотел на грибах развести. Да ты серьезно, что ли? Ох ты какой буржуйчик-то, а? Ты посмотри на него. Поехали. Выписываем. Опа. Че там у тебя? Невидимый ниндзя, да? Ну давай вызывай своего ниндзю. Так. Безумие, давай сюда поставим. Ой, как хорошо-то, ребята, как хорошо. Карты нужные идут, прям в руки сами. Ну что ты там, поганочка? Тебя ждут, ребята. Вот и все, ребят, вот и весь вам сказ до копеечки. Да выделывался, захотел на грибных. Слишком быстренько начал, да? И, как ты видишь, быстренько закончил. Ну, а победа за нами. Ну что, попытаемся с тобой еще одну победочку одолеть, чтобы уже перейти на 22 ранг. Но если проиграем, будем заканчивать тогда. Какой ранг? 21. На равных. Есть шанс у нас здесь и победить. Так, вот этого я, пожалуй, уберу. Цитрон. Блин, с ним тоже воевать-то, знаешь, как бы не очень хотелось бы. Смотри, что творит, а. Смотри, что вытворяет, блин. А мне никого поставить. Что? Ух. Прокачиваешь, да, своего ханорика? Ладно, прокачивай. Грибок даже. Ну, давай, наверное. Или убрать его.
Ну давай уберем фиг с ним. Пошел отсюда. Что дальше делаем? Есть призрак. Есть вот такой вот. Давай, наверное, так начнем. Оу. Так, ты у нас что делаешь? В воду. А, у меня энергии нету. У меня нет энергии, к сожалению. Так, ему сейчас выгодно заставить кого-нибудь за этот орех. Очень выгодно, потому что здесь... Хм. А вот это вот, парень, не выгодно тебе. Уж поверь мне. Вот это ты, конечно, тут зря немножко сделал. Потому что это моя территория. Блин. Немножко сам себе подпоганил. Потому что это должен был в воду нырнуть. А здесь, видишь, привидение стоит. Он должен был... Так, а интересно, камень на него будет распространяться или нет? Валуном, по-моему, я не смогу его раздавить. Да, валуном я его раздавить не смогу. Смогу только вот этого. Так, цитрон на орехах. Это что-то немножко, ребята, странно, если честно. Ну, давай я, наверное, сделаю вот так. Опа. А вот это, ребята, беда. Вот это, ребята, беда. Что нам сделать-то, ядрен батон, а? Давай вот так, наверное, да, поставим. И вот так. Это звездочка, прикрыл. Блин, мне жалко. Ага, уничтожать надгробие. Ты охренел, что ли, а? Так, безумие. Сейчас, что мне это безумие даст? Да ничего, ребят. Если только вот этого зомби ставить сюда, ну, как вариант. Вот этого вот. Я надеюсь, у него нету больше этих надгробий. И вот так. Да иди ты в пень, блин. Ты посмотри, что он творит. Ё-моё. Стоит там, терпила. Так, секунду, секунду. Секунду. Вот так и вот так. Блин, жаба еще эта вшивая. Смотри, что творит, а. Неуязвимость еще есть, а. Хитро. В общем, ребята, от жабы я погибну. Да нет, не от жабы, даже от звездочки. Звездочка бомбанула. Ну, я не мог ее ничем уничтожить, к сожалению. Сколько у нас? Минус звезда. Ну что же, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!